Сланцах прошло торжественное закрытие и награждение спортсменов ежегодного первенства Ленинградской области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения и открытого юбилейного турнира по боксу, посвященного 85-летней годовщине основания города Сланцы. На соревнованиях в клуб бокса имени Станислава Мальченко прибыло более 60 спортсменов со всей области. Конечно, каждый из них приехал побороться за победу, которая откроет путь на первенство Северо-Западного федерального округа и даст возможность наиболее способным и талантливым претендовать на участие в первенстве России по боксу, который пройдет в Севастополе в июне месяце. Среди почетных гостей были представители спортивной элиты, вице-президент Ассоциации «Открытый бизнес» по спортивным проектам «Мастер спорта России по боксу» Юрий Клюшниченко, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов, известный также в мире боев под прозвищем «Белая акула». Хотелось бы в первую очередь сказать большое спасибо организаторам, что они радеют за это дело, помогают и именно дают мотивацию мальчишкам, которые в дальнейшем могут подняться на международный пьедестал и защищать цвет нашего флага. Судейство соревнований осуществлял главный судья международной категории «Мастер спорта СССР» Петр Гуменников и 8 судей, имеющих всероссийскую первую, вторую и третью категории. Организаторы и волонтеры первенства постарались обеспечить участникам и зрителям комфортное пребывание в нашем городе. На соревнованиях присутствовали и болели за молодых чемпионов глава муниципального образования Сланцевского района Марина Чистова и глава города Руслан Шот. Этот турнир показал, над чем нужно работать, к чему нужно стремиться и что нужно сделать для того, чтобы следующий турнир для вас был только самым победоносным, со многими медалями, и чтобы у вас все было хорошо. Мы очень благодарны за большой вклад в создание клуба бокса Иванова Дмитрия Николаевича, и также депутаты города высоко оценивают работу Александра Николаевича Савкина, за что огромное-огромное спасибо. Поздравил юных боксеров с победой достойным выступлением советник вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Сорокин. Пожелал дальнейших побед участникам соревнования почетный житель Сланцевского района, ветеран Великой Отечественной войны Вера Павловна Воробьева. Ребята, хочется пожелать вам еще более плодотворных успехов. А возможности, смотрите, такой зал у вас прекрасный, такие тренеры. Пожелать всем здоровья, успехов, ну и дальнейшего процветания. 5 спортсменов клуба бокса имени Станислава Мальченко показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Вышли на первенство Северо-Западного федерального округа Сергей Яконин, Никита Вылгин, Даниил Андреев, Егор Матвеев, Али Абдуразаков. Все победители, призеры, участники были награждены медалями, кубками и дипломами.